Приветствую вас, друзья, на своем канале. В этом видео я расскажу самый лучший способ очистки памяти телефона. Способ абсолютно универсальный, подойдет для очистки любых телефонов. И главное, никакая нужная информация при этом не удалится. Останутся все ваши файлы, останутся все ваши переписки, сообщения в WhatsApp, в Telegram и так далее. Итак, для начала переходите в проводник. Выбираете память устройства, ищите папочку Android и переходите в папку Data. Именно здесь у нас хранится весь кэш. Когда я вам покажу, что там хранится, вы просто будете сильно удивлены. Открываем Data, и в версиях Android уже 11 и выше постоянно обновляются, ставят ограничения на просмотр и открытие данной папки. Если у вас версия до 10 Android, то вы переходите именно так. Если у вас есть ограничения, показываю, как посмотреть все файлы в той папке. Для этого вы переходите в Play Market. И в Play Market просто пишите «Проводник». И скачиваете вот данный проводник, я им пользуюсь. Он хороший. Он много чего умеет делать. У меня он уже скачан. Поэтому давайте я нажимаю «Открыть», выбираю «Основная память», здесь нажму на «Параметры», нажму галочку «Показывать скрытые файлы». Далее ищу папку «Android», также иду в папку «Data», здесь мы разрешаем приложению доступ к хранилищу, нажимаем «Ок». Далее у нас все открывается, и мы еще внизу нажимаем «Использовать эту папку». «Разрешить». Приложение «Файловый менеджер» получит доступ ко всему контенту, который есть в папке «Data». «Разрешаем». Вот у нас данный проводник без проблем открыл все файлы в папке «Data». Теперь показываю, что мы будем чистить. Дальше покажу, как мы будем чистить. Объясняю, сколько здесь ненужного хлама. Вот смотрите, у меня установлено приложение «Нефтьмагистраль». Просто установил. Может быть, раз в полгода захожу в нее, что-то там делаю. Давайте мы откроем это приложение. Откроем папочку «Кэш». 53 объекта. Вы посмотрите, что в ней хранится. В ней хранятся какие-то скидки, какая-то реклама, вообще непонятно что. Я никогда это не смотрел, я никогда это не видел даже в глаза. Но все это хранится на вашем телефоне. Также можно выбрать любое другое приложение и посмотреть, что хранится в кэше. Мы сейчас не будем смотреть все приложения. Мы также остаемся, получается, перешли в Android. Data. В некоторых телефонах будет написано «Мои приложения». У меня сразу открывают приложение. Далее мы переходим на значок поиска. И здесь пишем такую команду. Пишем кэш. Нажимаем поиск. Я вот вам говорил, вы будете удивлены, что хранит в себе данная папка. Во-первых, она собрала все приложения. Здесь очень много кэш изо всех приложений, но самое главное, сейчас я вам покажу, вот это файлы, смотрите, один файл весит 2,9 мегабайта. Давайте мы его откроем, посмотрим, что это за файл. Вы понимаете, это полноценное видео когда-то в каком-то приложении. Вы смотрели рекламу, вся эта реклама хранится у вас в телефонах. Вот картинка, с какого-то тоже, видите, это реклама. Я ее никогда сюда не скачивал, может быть, просто лазил в приложениях, а приложения все это подгружают. Вот 3 мегабайта весит, посмотрим. Опять какая-то реклама, я такую рекламу, может быть, только видел когда-то в каких-то приложениях. Когда вы скачиваете приложения, которые бесплатные якобы, но там показывают вам рекламу. Вся эта реклама хранится у вас на телефоне, имейте это в виду.
Что мы делаем? Мы берем, выделяем одно приложение, ставим галочку «Выделить все». И посмотрите, у нас 154 объекта. Здесь есть видео, которые по 4 мегабайта одна штука весит. Вот считайте, сколько у вас сразу освободится памяти. Нажимаю «Удалить». Нажимаем галочку «Удалить насовсем». При такой чистке вся информация, приложений, всех данных, все у вас сохранится. Ничто вам никакие личные данные удалять не надо. Сейчас покажу следующий пункт, что необходимо будет еще очистить. Кэш мы почистили, теперь выходим назад, опять в папку «Дата» и также вводим на значок поиска. На некоторых там «Дата», потом «Приложение» выбираете. На значок поиска ввожу следующую команду. «Echo» на английской раскладке. У нас будет долго искать файлы. Здесь у вас отображаются все файлы, которые вы когда-либо смотрели на YouTube, в приложении Yarus, Дзене. То есть вы когда смотрите какое-то видео, все это оставляет цифровой отпечаток на вашем телефоне. Все это хранится у вас в кэше. Точно так же выбираете все и все это удаляете. Вот такими действиями вы можете освободить до 20 гигабайт памяти. Поэтому проделывайте то же самое. Кому видео было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. На канале много всего интересного.